Крыжовник черномор начинает приносить плоды уже на второй год посадки. Этот рослый пышный куст состоит из тонких ветвей, на поверхности которых имеются редкие одиночные шипы. Крыжовник устойчив к мучнистой росе и другим болезням, может пережить непродолжительную засуху и хорошо переносит зимние морозы. Уход за растением подразумевает регулярные поливы, рыхление почвы и внесение удобрений. С одного кустарника можно собрать до 6 кг небольших темно-красных ягод. Плоды приятны на вкус, они подходят для употребления в свежем виде, переработки и приготовления напитков. Крыжовник черномор – это многолетнее растение. Крыжовник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания крыжовники прекрасно устроят открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Крыжовник черномор имеет средний срок созревания. Урожайность крыжовник черномор около 3,1-4 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Цвет плода черный. Форма у ягод овальная, округлая. Окраска ягод темно-красная, вкус сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что крыжовник черномор, самоопыляемый, обоеполый сорт. Создан сорт был год 1994. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.